всех горожан Бердска, так, от себя лично. У нас в партийном клубе 10 лет, мы в этом году было. Так, вот здесь 28 сооружений от Бердска и Скитили, на Сибирске. Мы нам просто на досуге посмотрим, что мы себе представляем. Что вот такие вещи для нас, это, ну так, будем говорить, переходный период. Вот. Ну, это вам, у нас Кубок России, 25-го числа, по Бондарчуку, тоже приглашаем. Я даже не знаю, что это такое. Ну, посмотрите, что. Это бои. Но у нас проходит российские соревнования. У нас в среднем в месяц проходит где-то 2-3 соревнования на уровне России и Сибирской федерального. Это то, что мы видим. Ну, посмотрим. На 29-го у вас приглашение уже есть, Андрей Александрович, на следующую арена 300. Ну, это в Эскиде. Да, да. Вот как раз. Вот мы. Автор произведения. Ну, еще 24-го встретились. Вы примете в Эскиде, насколько я знаю, да? 24-го? Нет. Вот там написано в Эскиде. Нет, я 29-го. 29-го это вы на открытие. Да, да, да. А еще в Эскиде, в Эскиде все равно. Нет. Нет? Ну, нет. Спасибо.